С аншлагом прошел концерт Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке. Как сообщает сайт dimash.news.com, зал арены Barclays Center был наполнен. Зрители с большим восторгом встречали каждый номер артиста. Особенно тепло и эмоционально зал принимал казахские песни. Море оваций и взрыв восторга вызвал Кюй Адай в исполнении Димаша и его музыкантов. Как напоминает Казинформ, главная тема шоу «Арнау Тур Энвой» Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке – это космос и безграничность вселенной. Также включены лучшие моменты концертной программы, с которой певец выступал этим летом в столице Казахстана. На шоу прозвучали как старые хиты, так и новые произведения на казахском, английском, русском, китайском, французском, итальянском языках. Отметим, продажи билетов были открыты 13 сентября. И за полтора месяца фанаты артиста выкупили все 7 тысяч билетов. Причем 75% из них приобрели американцы. Поэтому для продажи были открыты еще 2 тысячи мест в фан-зоне и дальних рядах.